пылали костры средневековья. Да и кануло в лету мрачное время Инквизиции. И во всей своей вере слепой и недоброй славе покинул нас эталон мракобесия, символ великого инквизитора Торквемада. И вот осталось нас шестеро. Да пустое место. Не пустое, вакантное. Вакантное место пусто не бывает. Кого пришлют-то? Кого пришлют, того и пришлют. Начнется. Ай, такое начнется. Думаю, нам хватит двух минут. Мы все предусмотрели. Не в первый раз. Вы выйдете отсюда. Я жду. Спасибо. Это был пример управления ногами. А сейчас чтение мыслей на расстоянии. Вот ваши мысли отстают от моих на полстолетия. Ваши тоже. А ваши часы спешат на две минуты. Вот вам поездку надо отменить. У вас вчера руки просили. Пересмотрите свой отказ. Я вижу ваше будущее. А свое будущее вы видите? Вы себе даже не представляете, насколько далеко. А сейчас... Управление сердцем. Вы сейчас слышите стук моего сердца? Это норма. Но стоит мне захотеть, и... Аритмия! Теперь успокаиваю. Стучит медленнее и реже. Странно выглядит салон. Салон? Контора? Где я? Приемный, граф, приемный. Мадам Неверова, вы писарь? Нет, я секретарь. И секретарь чего же? Просто секретарь. Ой! Вам больно? Сердце? Боже мой! Какое сердце? Правильно. Ведь вы его остановили. И что теперь? Вы будете работать с нами и на нас. Вы станете примером для будущих не очень скромных поколений. А если откажусь? Назад вы не вернетесь. В заложниках не только ваше сердце, но и душа, и разум. Я Калиостро! О,
Да-да, мы знаем. Вы великий Калиостро, учитель, маг, магистр, врач от бога, алхимик. Кто еще? Кто еще алхимик? Египетский наставник. Ядро и протоплазма цифры 7 нот — моя работа. 7 цветов, Белоснежка, там гномов было 7, и 7 в неделе дней. А как же месяцев? Их тоже было 7? Да, в начале. Остальные подтянулись позже. Подтянулись позже. Мы, граф, палата мер, весов, но в общем эталонов. Вот наш дружный коллектив, а не показ фасонов. Встречайте ваших будущих коллег. Вы здесь не просто на ночлег. Идеал харизмы. Мата Хари. Какой шар. Эталон тщеславия. Наполеон. Орел гениальности. Леонор. Какая умница. Милосердие. Мать Тереза. Ангел во плоти. Символ верности. Пенелопа. Сама прелесть. И романтизма эталон. Кихот. Дон Кихот. Романтик с большой буквы. А почему их только 6? Должно быть 7. Ох, вы правы. Скоро будет 7. А теперь на работу. Мы на работу, как на праздник. На работу, как на праздник. Оценим, размерим и взвесим все, как велит нам устав. Да-да-устав. Доколе стучать диезы и бемоли. Уже все пальчики в мозоли. И я писарь, а не секретарь. Я умнейший Калиостро. Я мудрейший Калиостро. Я великий Калиостро. Где твоя былая власть? Видно, я попал на остров. Театр клоунов и монстров. Или члены Казаностро. На меня раскрыли пасть. Я понял, что-то тут нечисто. Ни сон, ни театр, ни артисты. Меня объявят аферистом. И эталоном обзовут. Для измерения объекта. Не надо много интеллекта. Разделим его самомнение на 8 и умножим на 5. Да-да, на 5. Как быстро приходим магистра. Под эталоном афериста. Он будет в рамочке сиять. Пустоместа не бывает. Пустоместа не бывает. Лято пусто не бывает. Лято пусто не бывает. Мракобесие отмирает. Мракобесие отмирает. Аферисты навсегда. Аферисты навсегда. Надо вставить его в рамку. Надо вставить его в рамку. Даже если наизнанку. Даже если наизнанку нашу он поддержит марку. Хоть косить по дурака. Хоть косит под дурака. Хоть косит он под дурака. Вы даже не представляете, граф, как вам повезло. Граф Калиостро, ты попал. Теперь ты номер 7. У нас сакральный ритуал. И время на бекрень. Ты между небом и землей. Еще не наш, но сам не твой. Здесь оказался неспроста. Ведь рамка на стене пуста. Ведь рамка на стене пуста. Неспроста! Граф, почетный аферист, вы просто эталон. Вы не заезжий, не турист, пожалуйте на трон. Мы предлагаем вам контракт. Сердечко-то стучит не в такт. Я слышу, чикает, стукает.
лицу. Весьма обманчиво на слух. Ты слышал сердце? Это трюк! Я люблю тебя, тихо. Это трюк! Сердце, сердце! Что случилось? Что случилось? Я в раю? Калиостро, друг сердечный, я тебя не узнаю. До сих пор не понял, где ты. Все твои эксперименты и аферы, и легенды подорвали жизнь твою. Калиостро, твоя рамка номер 7. Номер 7? Как надолго? Как надолго? Насовсем! Насовсем! Аферист в казенной рамке, обезьянка в зоопарке. Я до вас неплохо жил, сладко ел и много пил. Жизнь моя была порочна и беспечна, и полна забот, и полна хлопот, как водоворот. Здесь вас ожидает граб, успех и вечность. А не эшафот. Подвожу итоги. В рамке номер 7. Сегодня и навсегда, без права возвращения, в статусе эталона афериста зачислен Джузеппе Джованни Батисса Винченцо Пьетро Антонио Матео Франко Бальсамо. Он же Алессандр Калиостро. Поздравляем, граф! Поздравляем! 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 В седьмую рамку. Это ваше решение. Я могу занять место любого из вас, потому что я гениальнее, харизматичнее, тщеславнее, белосерднее, романтичнее, а уж моя верность, мадам Пенелопа, безгранична. Любое место? Да, и даже ваше. Пардон, но не мое! Я не эталон! Она не эталон! Не эталон она! Наше место! Терере! Атрак! Я не могу здесь больше находиться! Мне плохо! Ему тяжело дышать! Эталону плохо! Пожалуйста, помогите! Дайте мне воды! Господи, ну дай же ему! Я не хочу в этом больше участвовать! И мне воды! На всех не хватит! У нас закончится вода! Что делать? Что делать? Никто или полководец? Я кто? Или кто? Я! Потомственный меланхолик в 34-5 поколении. Я Наполеон. Торт, коньяк. Для вас пирожное. Только оставьте меня в покое. Месье, желаете? Рандеву. О, ты что несешь? Какое рандеву? Полмира сжег. Подумаешь, Москву. Мне дайте шанс, я опять рискну. Диагноз прост. Пристрастен к веществу. Он император! Он император? А я кто такой? Это я император! А ты кто такой? Я славы добился народной любви. Ты малого роста, по горло в крови. А я молодою монашкой была и Богу служила во имя добра. Детей я лечила от разных проказ. На Бога надеясь, лишала лекарств. Лекарств? Граф Кригоса, я добр и чист. В отличие от вас, я не аферист.
защитником слабых и рыцарем был. Разрушил 100 мельниц, крестьян разорил. Я к славе всемирной рвалась, как могла. Брала и харизмой, и просто брала. Правителей мира с ума я свела. Уж лучше вредила в масштабах села. Я верность и символ, народ ли причал? Наш граф Калиостро совсем одичал. Гомер мою верность воспел на века. Незрячим он был и наивным слегка. В семи областях ты добился успеха, а я гениальность во всех и во всем. Ты, Калиостро, мне не помеха. А ваше искусство, простите, почем? Да всем эталоном безжалостно время. Кого-то возвысит, кого-то снесет. Особая касса, особое племя. В истории мира всего эпизод. Всего эпизод? Всего эпизод. Нам мутит кровь, не жив, не мертв, но лезет на рожон, как подлый вирус, стиль и блеск, и лоск. Он мрак и бес, и это все на нас свалилось разом. Такой он в профиле в анфас, заменит каждого из нас. И даже глазом не моргнет, я знаю, мне поверьте. Заменит всех, но не меня. За годом год, день ото дня. Я гениальней и дороже. Что ты мелешь, детка? Откуда взялся этот граф? Я зла на всех вокруг. В конторе кто-то лишний, может быть, из нас, из двух. Заменит всех, но не меня. Заслуги твои день ото дня, как роза с пепелищем. Что ты смотришь, мать Тереза? Ну, есть у меня глаза, поэтому я и смотрю. Сейчас я вас начну лечить, кормить вашу хвою травой. Ты должен боголь-моголь пить. Чего стоишь ко мне спиной? Тереза! Ваша мать Тереза! Да ты святая! Да ты святая! Вся из себя! Да, я святая! Да я такая вся из себя! Надежда, мы вам на душе, ее пора спасать уже. Тебя назначили святой, а ты, по-моему, отстой. Прощаю! Я тебя прощаю! Но добьешься! Ох, дождешься ты от меня! Вопрос задать, позвольте, остро, зачем нам этот Калиостро? Мы жили сладко без него, теперь нам стало нелегко. Зачем нам всем эти проблемы? Мы с вами выпали из темы. Его гоните лучше в шею, а то уеду к Дульсинее. Ну ты достал, как не крути, испанской ласточкой лети. Тебе счастливого пути, не улегай, не чути. Как все, ребята, у вас просто. Вам костью в горле Калиостро, но это не моя вина. Я не просился к вам сюда, и чтоб закончить эту склоку, я вам хочу сказать одно,
что я не стану эталоном. Это точно решено. Какой наглец! Какой наглец! Он обманул нас, он просто лжец, манипулировал хитрец. Он не хитрец, а он подлец! Поздравляю вас! Случилось, чего случиться не должно! Своим гвалтом воскресили мракобесие само! Вдруг ожило, что исчезло, и с могильной тишины нежеланный гость вернулся, и шаги его слышны! Закройте занавес. И уберите стулья.